следующий вид дохода от построения команды, то есть линейный маркетинг. В отличие от дохода от общего оборота компании, где у нас было 12 линий, мы смотрели, и это были лично приглашенные партнеры. В данном случае у нас 15 уровней мы с вами видим, и на всю глубину компания выплачивает 25 долларов, 25%. 5% от подключения людей в первую линию, то есть лично приглашенные. Когда они приглашают со второй линии 3%, с третьей 2%, с третьей по седьмой по 2%, далее с восьмого уровня по 13% по 1% и за 14-15% по 0,5%. То есть этот вид дохода, доходы от команды, зависит уже, собственно, от усилий ваших и тех людей, которые пришли после вас в вашей структуре. Давайте посмотрим на расчет доходов, если, скажем, каждый из ваших личных партнеров пригласит по 3. Какая будет картина? А если по 4? А если по 5? То мы с вами видим, это заоблачные цифры, конечно, но это миллионы долларов. Если каждый приглашает по 3, то результат 7 174 454 доллара. А если по 5, то уже более 15 миллиардов долларов.